В Московской области реализуется проект «Поликлиника перезагрузка». Это единый стандарт, который позволяет сделать медицинские учреждения более эффективными и удобными для пациентов. Программа стартовала в мае прошлого года. Однако в городском округе Люберцы есть объекты здравоохранения, в которых эта работа началась намного раньше. Один из них – стоматологическая поликлиника на Юбилейной улице. Какие там произошли изменения, покажем в нашем следующем сюжете. Масштабное преображение Люберецкой стоматологической поликлиники началось в 2020 году, когда во время пандемии коронавируса здесь принимали только экстренных больных, было принято решение не терять время впустую и заняться капитальным ремонтом. Здание, построенное в конце прошлого столетия, давно нуждалось в реконструкции. Отремонтированы все медицинские кабинеты, коридоры, места ожидания пациентов, замена оборудования. Сейчас у нас все оборудование новое. У нас нет ни одной стоматологической установки там старше 2 лет. Оборудование не только обновили, но и увеличили их количество. Если в 2018 году здесь было 12 стоматологических кресел, то сейчас их более 20. Кроме того, в поликлинике ввели новые методики лечения зубов, расширили перечень хирургических и терапевтических услуг. Конечно, стало однозначно лучше. Очень чистая, хорошая, современная. Мощность поликлиники рассчитана на 175 посещений в смену. На сегодняшний день она полностью отвечает требованиям регионального проекта «Стоматология перезагрузка». Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.